Борис Фаликов пишет, что, по мнению Селлинджера, творец пытается добиться и достигнуть совершенства, работая для других. Но эти другие изо всех сил мешают его труду. Мысль о том, как новое его произведение будет принято читателями, мешает творцу сосредоточиться. То есть, вместо того, чтобы спонтанным движением запустить окурок в корзину, он думает о зрителях и промахивается. Что же делать? Выходит, что, думая о читателе, он мешает собственной самореализации и, следовательно, мешает читателю получить то, что может помочь тому в духовных поисках. И вот это неразрешимое противоречие усугубляется тем, что страсть увидеть свое произведение напечатанным ослепляет автора и может заставить его пойти на поводу у доброхотов-критиков, чтобы заслужить их похвалу и не заметить, что вместо высшей цели он преследует совсем другое – удовлетворение своего мелкого тщеславия. Ну, значит, что? Отказ от публикации. Это, конечно, Маунуврат, индусский обет молчания, одинокая жизнь в нью-гэмпширской глуши, отшельничество. Его увлечение индуизмом и другими духовными практиками началось в 1952 году, когда он прочел Евангелие Рамакришны и написал друзьям, что потрясен жизнью и учением этого человека. У него есть диптих «Френи и Зуи». В нем рассматривается трансформация, произошедшая в душе молоденькой студентки актерского факультета Френи, которая случайно наткнулась на русский духовный текст 19-го столетия «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Так что, дорогие друзья, не стоит удивляться, что мы находимся у православной церкви, у православного храма в центре Нью-Йорка, потому что в душе, в сознании, в ощущениях Селлинджера перемешан и индуизм, и вот эта история, теснейшим образом связанная с православием. Вот этот «Рассказы странника духовному своему отцу» – это анонимный рассказ, переписанный на Афоне настоятелем Черемисского монастыря из Казанской епархии, игуменом Паисием. Многократно публиковался в России и был переведен на многие языки, естественно, в том числе и на английский. Юная американка, подобно русскому страннику, встает на путь умного делания, то есть беспрерывного творения Иисусовой молитвы. И это так переворачивает ее душу, что жить по-прежнему она уже не в силах. И даже делает первый шаг в сторону от этой жизни, бросает театральный факультет. Жизнь – сплошная показуха. Театр – показуха вдвойне. А безостановочная молитва – прямой путь от житейской суеты к Богу. Причем не требующий веры. Он поселился далеко от шумных мест. А когда покидал ненадолго деревушку Корниш, то старался оставаться незамеченным. Затворничество Селлинджера породило массу историй, как правдивых, так и вымышленных. За долгие годы жизни в Корнише он дважды был женат. Вторая жена родила ему сына и дочь. Были у него и юные подруги. И личная жизнь автора над пропастью во ржи стала, ну, естественно, не могла не стать темой для сплетен и пересудов. 17 февраля 1955 года 36-летний Селлинджер зарегистрировал брак с Клэр Дуглас, которая была младше его на 15 лет. В декабре того же года у них родилась дочь Маргарет, спустя 5 лет сын Мэтью. Вскоре после рождения дочери и задолго до рождения сына Клэр поняла, что ее мужа есть и вторая семья. Семья его литературных героев. Отец и мать Гласы, Лес и Бесси, их 7 детей. Каждый день с раннего утра и до вечера Селлинджер писал о них. По соседству с домом, в котором жили жена и дети, Селлинджер построил себе дом, в котором работал. Вход домашним туда был запрещен. Беспокоить главу семьи строжаще запрещалось. И Клэр не сомневалась, что ее муж любит семью Гласс больше, чем свою.
Еженедельный журнал «Тайм» в ноябре 15 сентября 1961 года напечатал статью о жизни затворника. На обложке журнала был рисованный портрет Селлинджера. Автор статьи Эрнст Хайман сумел обменяться несколькими словами с Клэр. Видел ее пятилетнюю дочь и полуторагодовалого сына. Самого Селлинджера ему увидеть так и не удалось. Клэр оказалась стойкой женщиной. Она прожила с Селлинджером 11 лет. В сентябре 1966 года брак был расторгнут. Ему вообще не следовало жениться, сказала Клэр, сестра Дорис. Но Селлинджер считал иначе. В 1991, когда ему было 72 года, он женился в третий раз. Избранница писателя была младше его на 40 лет. Любопытно, что 50 лет назад Селлинджер не скрывал своего возмущения решением 18-летней Уны О'Нил, в которую был влюблен, выйти замуж за 54-летнего Чарли Чаплина. То есть его возмущала 36-летняя разница в возрасте между ними. Однако сам Селлинджер имел, как правило, дело с женщинами, которые были намного моложе его. Кстати, почти все его женщины чем-то напоминали Уну, брюнетки небольшого роста. И он обычно расставался с ними так же легко, как Уна О'Нил рассталась с ним. 23 апреля 1972 года журнал New York Times Magazine, одно из воскресных приложений к газете New York Times, напечатал рассказ первокурсницы Йельского университета Джойс Мейнард. Рассказ назывался «18-летняя оглядывается на жизнь». Фотография Мейнард украшала обложку журнала. Селлинджеру понравился текст, и, вероятно, еще больше понравилась фотография. 53-летний писатель отправил 18-летний Мейнард длиннющее письмо. Спустя 3 дня еще одно, затем еще и еще. Она ответила. Селлинджер убедил Мейнард бросить университет и переехать к нему. Получив 25-е письмо, она согласилась. Селлинджер был одним из любимых авторов Мейнард, она сама хотела стать писательницей. И она уехала в Нью-Гэмпширскую деревушку, чтобы жить с любимым автором и учиться у него писательскому мастерству. Зимой 1973 года, когда в Нью-Гэмпшире был жуткий холод, Селлинджер поехал с Мейнард во Флориду. Они отдыхали вместе с детьми Селлинджера, 19-летней Маргарет и 14-летним Мэтью. Отец в одной комнате с сыном, Мейнард в комнате с дочерью Селлинджера. Однажды утром Селлинджер вызвал такси, вручил Мейнард 2 50-долларовые купюры и попросил водителя отвезти ее в аэропорт. Так закончились продолжавшиеся 11 месяцев отношения Джойс Мейнард с Селлинджером. В то время, когда они жили вместе, Мейнард написала документальную книгу «Оглядываясь назад» и по просьбе Селлинджера не упоминала о нем. Книга вышла в свет вскоре после того, как они расстались. Мейнард продолжала писать документальную прозу и романы. В 1998 году, когда ей было 45 лет, она опубликовала книгу «At Home in the World» о своей жизни с Селлинджером и вскоре выставил на аукцион все его письма. Литературный мир был возмущен. Мейнард оправдывалась тем, что ей требовались деньги для оплаты университетского образования 3 детей. Все письма были куплены за 156 тысяч долларов мультимиллионером-компьютерщиком Питером Нортоном. Купив письма, он объявил, что возвращает их тому, кто писал – Селлинджеру. Ныне Джойс Мейнард – преуспевающая писательница. Она хорошо известна в России. Там опубликован был, в частности, ее роман «День труда», названный в России «6 дней любви». Его недавно экранизировали. Джойс Мейнард – не единственная, писавшая о Селлинджере. Маргарет, дочь писателя, написала о нем книгу «Dream Catcher», также переведенную на русский. В 1986 году Селлинджеру стало известно, что английский журналист Иоанн Гамильтон готовит к печати его биографию, основанную на письмах, которые он писал. Селлинджер добился через суд запрета на публикацию книги Гамильтона «Жизнь на бумаге». В 1999 вышла в свет биография Селлинджера, написанная Полом Александером. В 2011, на следующий год после смерти писателя, была опубликована его биография, написанная Кеннетом Ставенски. И вот осенью прошлого года бестселлером стала книга «Селлинджер», написанная Дэвидом Шилцем и Шейном Салермо, автором документального фильма о Селлинджере. Мы заканчиваем наш разговор о Селлинджере там, где начинали его 2 недели назад, у пруда в Центральном парке. Мы с вами так и не знаем ответа на вопрос, который интересовал
Холдена Колфилда. Куда деваются зимой утки, обитающие здесь летом? В самом деле, куда? Я, однако, сомневаюсь, что ответ на этот вопрос интересовал Марка Дэвида Чепмана. Из романа «Селлинджер» он усвоил лишь то, что в жизни много липы и дерьма. В 1980 году в ноябрьском номере журнала «Esquire» Чепман прочитал статью о Джоне Ленноне, перед которым преклонялся и, прочитав, понял, что его герой не столь хорош, как он себе его представлял, то есть липовый. Этого оказалось достаточно, чтобы Чепман убил Леннона у его дома. Выстрелив в него 5 раз, Чепман и не думал бежать. Он уселся на асфальт и принялся читать «Над пропастью во ржи». Все это произошло у многоквартирного дома «Дакота», в котором жил Леннон. Это буквально 10-15 минут от этого пруда. А еще через 3 месяца произошло другое трагическое событие. 30 марта 1981 года другой читатель и почитатель «Селлинджера» Джон Хинкли стрелял в президента Рональда Рейгана. После ареста он заявил, что находился под влиянием романа «Над пропастью во ржи». Вот уж воистину был прав Тютчев. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Ну так все-таки, куда же деваются утки зимой из этого пруда? Мы не знаем ответ на этот вопрос. Впрочем, мы с вами не знаем ответов и на многие другие вопросы. Главный из которых, как мне кажется, такой. Когда же мы прочтем книги о семье Гласс, которые Селлинджер писал в течение 10 лет в Нью-Гэмпширской деревушке Корниш? С ними не могло ничего случиться. Ведь рукописи, как известно, не горят.